Всем привет, это Fusion 365 и сегодня небольшая история из жизни. В процессе подготовки к 24-му выпуску, в котором я рассказывал про касательные размеры, я вспомнил, что у меня есть модель, в которой был применен как раз такой способ образмеривания. Я нашел эту модель и хотел показать эскиз, в котором была задана глубина вот этого паза под шпонку касательно к окружности этого отверстия. И, о ужас, я не нашел эскиз, в котором как раз и был задан вот этот размер, да и все очертания детали. И вот самая первая операция в таймлайне, экструд, как раз говорит нам о том, что есть ошибка. В данном случае эта ошибка в том, что утерян скетч, который был применен в этой операции, и использована кэшированная геометрия, что, в общем, нехорошо. Все пропало, подумал я в первый момент. Подумал я во второй. А в третий момент я отправился в панель данных, нашел эту модель и стал искать ту версию, в которой еще не был удален нужный мне эскиз. Для того, чтобы открывать старые версии, нам нужно закрыть текущую. После некоторого количества попыток я нашел версию, это вторая версия. В ней еще существует тот самый эскиз и все остальные эскизы, при помощи которых строилась указанная деталь. Таким образом, версии спасли меня от потери части модели. Вот такая история. Всем спасибо.